В Шаховской женской колонии отбывают наказание около 700 человек. И половина из них за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Сегодня для этих женщин реализуется специальная программа. Она позволит избавиться от пагубной зависимости и встать на путь исправления, уверяют в колонии. В комнате психологической разгрузки, мягкие кресла, тихая музыка. Атмосфера располагает к спокойным разговорам со специалистами. Формат беседы – игровой. За 2018-2019 годы в программе поучаствовали около 80 женщин. Мы ставим своей целью зародить в человеке тот мотив, который поможет ему удержать себя вот в рамках здорового образа жизни, чтобы он нашел в себе силы и знал, как справляться с теми состояниями, которые снова будут возникать. Наталья никогда не употребляла наркотики, отбывает наказание по другой статье. Но в программе реабилитации тоже решила поучаствовать. Говорит, что занятия помогают расслабиться и отвлечься от работы. Рассматриваем ролики. Священнослужители к нам приезжают. Мы тоже разговариваем о семейных ценностях. Еще к нам тоже приезжают знаменитые люди. Да, бывает. Вот монах у нас был. Алкоголь и наркотики в стенах колонии под запретом. Несмотря на это, родственники все равно пытаются передать осужденным заветные посылки. Только в этом году в одной из мужских колоний на территории региона попытались пронести более 100 грамм наркотиков. Юлия Сабельникова, Ирина Волкова, телеканал «Первый областной».